В Павлодарской области устраняют последствия урагана. Сразу в нескольких аулах стихия повредила крыши частных домов и административных зданий. К счастью, никто не пострадал. Ураган с дождем и градом обрушились на села Железинского района. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду. Он сносил заборы, деревья, повредил кровлю 20 частных домов. В ауле Алаколь улетело 180 квадратных метров крыши фельдшерско-акушерского пункта. В селе Петропавловка ветер повредил кровлю сельской школы. В районе создана комиссия по оценке и ликвидации ущерба.